В Югре стартовала операция «Лось». С сегодняшнего дня инспекторы окружного природнадзора начали патрулировать леса в регионе. Операция «Лось» проводится каждый год в одно и то же время, сразу после сезона охоты. Дело в том, что браконьерам правила не писаны, и они продолжают добывать дичь, в том числе лосей. На сегодняшний день в Югорской тайге обитают около 20 тысяч лосей. Инспекторы вместе с полицейскими и росгвардейцами будут проверять популярные у охотников места. Операция продлится до 2 февраля. Добавлю, за браконьерство любителям пострелять может грозить штраф до 500 000 рублей или даже реальный тюремный срок. Цель этой операции, конечно же, не наказать человека, поймать браконьера, да, основная цель. Основная цель – это профилактические мероприятия, чтобы подтолкнуть охотников к тому, что все, пора уже переходить на другой вид охоты. Охота на лося закрылась, сроки закрыты.